Всем привет, с вами Костя, добро пожаловать на новую очередную реакцию. И в этот раз мы будем слушать песню Шамана, называется «Теряем любовь». Я еще песню не слушал, клип не смотрел, извиняюсь. Так что давайте сразу приступим к просмотру видео, поехали. Мы с тобою одной нитью связаны. Две души были близкими самыми. И когда-то по небу летали мы, где встречали рассвет. Будто ангелы, только бескрылые. Мы хотели быть просто счастливыми. Камнем падали вниз с высоты. Ну скажи мне, зачем? Вокал у него круто. Вот какую песню я вот не возьму, на какую песню я уже реакцию не делал, но в каждой песне у него такие высотки, ну такие нотки он берет высокие в своем голосе. Блин, вот если бы не голос, мне кажется, тогда не был бы он такой популярный. Ну вот он поет о любви, я извиняюсь, на паузу нажал. Вот такое ощущение, что он, походу, знает, о чем поет, или сам пережил. Вот если судить по тексту, по словам, которые он поет, такое ощущение, что он уже пережил то, что мы сейчас в песне с вами слышим. Блин, этот голос. Круто. Офигеть. Конец. Ну блин, ну Шаман как всегда удивляет своим голосом. В каждой песне, вот реально. Мне понравилась песня. Что мне не понравилось, ну не так понравилось, это клип. Ну, снят он просто, я бы сказал, да. Черно-белый фон, не знаю, ну как-то можно было бы поярче снять видеоклип. Напишите ваше мнение в комментариях о этой песне «Теряемая любовь». Что вы думаете, понравилась ли она вам или нет? Будет интересно почитать ваше мнение, ваши комментарии. Как по мне, мне только клип не сильно зашел. Ну, вкусы у всех разные. Может, кому-то, наоборот, клип такой понравился. Так что, в целом, песня крутая. Эту песню голос делает. Вот этот голос делает эту песню прям нереально крутой. Если бы не этот голос, то была бы, может, песня совсем по-другому. Такое у меня мнение к этой песне.
Спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам понравилось, то поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Увидимся в следующих видео. Давайте, пока.